Всем привет! Сейчас я покажу вам одну вещь, о которой вы 100% не знали. Как открыть банку с газировкой без брызг пены, даже если вы банку очень хорошо потрясли. Итак, у меня есть две банки с колой. Давайте начнем. Ну, после такого она должна просто взорваться. Да, вот так вот. И у меня есть вторая банка. Сделаю с ней то же самое. Хорошенечко ее потрясем. А теперь, внимание. Дело в том, что когда я тряс банку, и одну, и вторую, давление внутри нисколько не изменилось. Давление в банке с колой 3,2 атмосферы. Банка состоит из жидкости и слоя воздуха, небольшого слоя воздуха. И там давление одинаковое. Но когда мы открываем банку, давление становится 1 атмосфера в воздухе. В жидкости давление 3,2 атмосферы стремится уравновеситься с давлением в воздухе. Именно поэтому, если вы оставите банку открытой, например, на ночь, то вся кола выдохнется, давление уравновесится в жидкости и в воздухе в вашей комнате, и, соответственно, напиток перестанет быть газированным. Ну и будет уже невкусным. Итак, открываем. Та-дамс! Итак, что же я сделал? Все дело в пузырьках. Дело в том, что когда мы потрясли банку, давление внутри не поменялось, но изменилась одна вещь. На стенках изнутри появились маленькие пузырьки, так называемые очаги нуклеации. По-научному, если говорить. И когда мы затем открыли банку с Пепси, с колы, наши пузырьки, тут давление стало 1 атмосфера, в воздухе сверху. Наши пузырьки, чтобы уравновесить давление, они расширяются и поднимаются вверх, тем самым создавая новые очаги нуклеации, то есть новые пузырьки. Те пузырьки создают опять новые пузырьки, поднимаются вверх, те пузырьки опять создают новые, поднимаются вверх. Это такая своеобразная цепная реакция. И в конце концов мы получаем очень много пузырьков в виде фонтана пены. Все дело, получается, в этих пузырьках углекислого газа. И что я сделал, когда постучал по банке, я просто сбил эти пузырьки, которые образовались на стенках изнутри. Таким образом, открывая банку, тут нет никаких пузырьков внутри жидкости, которые бы расширялись бы и создавали бы новые пузырьки за собой. И получается, что у нас не получилось фонтана пены, хотя мы баночку потрясли очень хорошо. Вот такой вот фокус. Можно поспорить, например, с друзьями на сотку, что вы можете открыть банку без пены, без брызг. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока!